пол лагеря сейчас с этой стороны объедем. Справа? Да. Все, давай едем туда, я сейчас скажу где. Прямо пока. Прямо. Вот. Ну и сейчас вот повернешь вон там подальше еще. Вот. Вот поворачиваем влево сейчас. Вправо. Влево сказал. Вон он дорожка, зеленая трава. Это детский лагерь. Сейчас разъехались мы тут. Одни остались. Вокруг его завернешь. 44 года у нас вот уже детский лагерь. Потихонечку вот подальше туда. И там проедем. Там почти видно дорожку будет. Еще вперед маленько. Вот она и низинка, это дорога. Вот так по дорожке езжай. Все, влево. Тут настоящая дорога была раньше. Прямо? Да, прямо. Прямо мы еще один круг посмотрим. Сразу посоветуюсь. Так, проезжай вперед, а потом повернем направо. Вот сейчас потихонечку поворачивай, так вот параллельно столбам езжай. Параллельно столбам. Вот в этой низинке пруд. Пока так езжай, а там будет дорожка. Потихоньку. Даже не знаю, где она тут дорога. Это главный водопой. Тут ничего нет, только водопой. Так, еще маленечко так вниз сойдем. Так, потихоньку. Что тут такое? Не ну, сюда. Вот, сейчас направо. Вот эта дорожка идет. Вот она. Направо. Там направо. Яма? Это дорога. Дорога прямо была. Где детка вот тут? Грибы вот смотри. Поворачивай направо. 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 Дорога. Ага. Ну, там видно, что тут ехали. По следу. Вон он пруд видно, там сойдем, посмотрим. Вокруг и там к нему подъедешь поближе. Вон он пруд. Посмотреть, там землю брать как. Прямо. Приезжай, прямо к пруду подъедешь. Тут тоже глиняный слой прямо сразу. Вперед. Господи Богич. Потом это выехать как-то по-другому, что-то мне не понравилось. Вот какие стаи уток, видишь? Так, осторожно, вот здесь остановиться можно. Давайте выйдем, посмотрим. Она ведь она как вот, посмотрите, она вот такая, и выше сделать. Может быть, сейчас даже ее поднимать, а может быть, она будет. Ну, здесь заново, считай, насыпать ему. Ну, как-то надо будет. То есть брать вот да. Даже там. Да. То есть это, эту сторону приподнять ей надо. Так, чтобы он уровень. Конечно. Сделать очень много. Просто здесь, что когда вода идет, здесь. Это прекрасный пруд был, отец рассказывал. Ну, все заброшено, еще спрашивают. Что если наши комбайны пойдут, я бы полезно приподнимем, где как раз по деревьям это ехали.
то все просядет и как-то хорошо. Договоримся, ты категория КАМАЗа. Это у нас костер, где детский лагерь. Договориться с вами, что почему, где будете жить, где питаться.